травні цього року в рамках спільного проєкту сумського телебачення та видавництва «Університетська книга» вдруге відбувся кастинг для участі у передачі «Вивчаємо англійську разом». Тепер учасниками проєкту могли стати школярі віком від 10 до 14 років, пройшовши тест на знання англійської мови. Єгор. В четвертому класі, 11-ї школи. Цель твоя, которую ты хочешь выучить английский, я хочу поехать в Лондон, поговорить с англичанами их родным языком. Занимайся ты с родителями, правильно? Да, но этого года меня посылали на школьную олимпиаду, и я немного с учителем занимался. А почему именно в Лондон? А почему не в Нью-Йорк? Ну, нам 4 года. Все про Лондон рассказывали. Так рассказывают про Лондон, ты захотел в Лондон? Да. Угу, окей. Зеленого. Ты очень любишь английский язык, правильно? Да. А ты хочешь учиться, написал, хочешь учиться в странах Европы. В какой именно стране ты хотела учиться? Ну, я бы хотела учиться или в Англии, или в Америке. Я бы хотела стать доктором и работать за границей. З-поміж великої кількості претендентів, п'ятеро таки пройшли відбір. Протягом півроку в студії обласного державного телебачення разом із досвідченим репетитором Станіславом Дугіним вони наполегливо розбиралися в одній із найскладніших тем англійської граматики – часи дієслова. Практичні та домашні завдання і навіть ігрові моменти – все це вклалося в 24 цікавих та корисних заняття. І так. Смотрите, значить, я говорю предложение по-русски, пишу його по-англійськи. Вы должны сочетать. Вы не пишете ничего, писать ничего не надо. Можете вообще все закрыть. И вы должны сочетать, да, вот то, что услышали, с тем, что увидите. Окей? Как можно быстрее вы должны назвать ошибку. Готовы? Начнем с простейших. Это Питер. Вот он. Это Питер. Сколько ошибок? Говорите, сразу можно говорить. Две или три? Три. Кто-то ошибается. Две. Это Питер. Так две или три? Две. Три. Во-первых, this а подходит нам такое начало здесь? Мы указываем на одного человека, конечно. То есть мы можем сказать или it is, ну или this is, да? Это, да, первое. Вторая. Нужен нам артикль? Нет. Перед именем артикль не ставится. Третье. Yes. То есть, it is Peter или this is Peter. Согласны? Продолжим. Повторяю, почти развлечение, но оно полезное. Закрывайте глаза. Уши не обязательно. Я готов. Так. Надеюсь, вам не видно. Открываю меньше, чем на секунду. Напоминаю, не надо читать, не читайте, проведите взглядом. Этому надо учиться. 1, 2, 3. Что там было? Я хочу поехать в Лондон. I want to go to London. Yes? Согласны? Я напишу предложение. Угу. Да? А вы закройте глаза. Close your eyes, please. Okay. Написал совсем не то, что хотел.
Пишу само собой. Итак, давайте. Прошу вас, посмотрите. Готовы? Да. Один, два, три. He wanted to come here. Питер. Она хотела прийти к Питеру. По-моему, только он. Yes. Смотрите. He wanted to come. To come. Прийти, приехать. To Peter. To Peter's. Вот почему я написал to Peter's, а не to Peter? К Питеру. Потому что Питеру домой, не просто к Питеру, стоящему в поле. И давайте последнее все-таки. Давайте последнее. Закрывайте. Очень сложное. Очень сложное. Сложнейшее предложение, поэтому подержу его подольше. Открывайте глаза. Подержу его в течение 2 минут. Я дома. Ваш перевод? Я дома. Я дома. Ну, пока мы не дома, но скоро будем. Ось і завершився другий сезон навчального проєкту. І, звісно, не без подарунків. Всі учасники у винагороду за активне навчання отримали самовчителі авторства Станіслава Дугіна і, звісно, незабутні враження. Вивчаємо англійську разом! А вже з 14 листопада дивіться новий, третій сезон проєкту, в якому вивчати англійську будуть діти разом зі своїми батьками. Тож вивчаємо англійську разом щосуботи об 11:00 в ефірі сумської ОДТРК. Та я хотіла б бути спортивним журналістом за границею. Мне нужно знать английский язык для того, чтобы работать за границей на репортажах, общаться с спортсменами, которые играют в других клубах, и чтобы я их мог понимать. Английский нужен в работе, чтобы общаться с другими, не знаю, коллегами, ну, иностранными, чтобы сотрудничать вместе с ними. Ну, сейчас язык международного общения – это английский. Ну, если кто-то собирается потом в будущем поехать за границу, то ему тоже нужен английский. Я думаю, что английский язык знать очень важно, потому что если поедешь в какую-то страну, то нужно общаться с людьми, а сейчас на английском разговаривает практически весь мир. Безусловно, его нужно изучать для будущего. Он обязательно где-то и пригодится. Вот на работе, вот, например, приедут к вам кто-то из-за границы, люди какие-то, а переводчик дорого. Выучил, сэкономил.